Сыщик, как у тебя получилось вернуться опять? Ты хочешь рассказать мне что-то важное, я знаю, да? Ну, давай. Не сейчас, не сейчас. Пойдем ко мне. Туда. Я там все скажу. Ой, пойдем тогда, ладно. Тут раньше жил дедушка. Знаешь, а дедушка-то погиб. Как так? Да, его застрелил этот второй наемник с фонарем. Дедушка хотел помочь тебе. Но теперь все сложно. Так кем был этот дедушка? Ну как кто? Дедушка? Кто еще? Он смотрел за тобой, да? Иногда. Ну что, чистильщик, давай-ка, как же ты вернулся? Ты же погиб у короля водоворота, захлебнувшись под водой. Как я сбежал? Все дело в том, что у меня есть, помнишь, костюм. С помощью него я победил того духа-фонарика, помнишь? На воле все закончилось. Ох, что теперь делать-то? Ой, я думаю, что я знаю. Позволил мне вернуться сюда. Я смог обрести мою щеточку. Ух ты, щеточка, да. Отлично. Знаешь, я знал этого дедушку. Да, посадит. Дедушка разрабатывал очень полезный план. Он знает о том злодея. И мы знаем, что злодей заполучил твой красный шарик. Мой красный шарик? Я не помню, откуда он взялся, но щеточка поможет. Да, я отдаю щеточку. Да. Но ненадолго. Ну как сказать? Как же нам победить-то? Как же? Как же победить? Ты знаешь, где находится этот главарь бандитов? Точно. У дедушки есть карта с местоположением базы главаря. Ладно, посмотрим. Так. Ага. Сейчас я разберусь с этим. Так. Ага. Кажись, где-то. Да, действительно. Здесь размечено все как надо. Так значит, тот, кто решил разыскивать меня, находится здесь. Знаешь, мне на самом деле осталось немножко. Я не навсегда могу вернуться. Лишь на мгновение. Но держи. В общем, вот. Я думаю, что это конец. Да, я чувствую, что уже все. Пора прощаться. На этот раз я думаю навсегда. Да. Хотя. Может быть и нет. Чистильщик! Ой, уже так-то. Щеточка. Ну, пора идти и разобраться. Да, кажись сюда. О, нет! Еще один. Что это? 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 Это?
Да что такое-то? А тебе за что, заплатили или что? Ясно, ничего не понятно. Всё! Ать! О! Знаешь, что это? Я еще не уставал. О, нет! О, нет! Да, мы так и думали. Oh.